Привет, друзья. Вопрос, почему у меня гитара без струн в руках? Этому инструменту 25 лет. Это первая гитара, которую я купил себе самостоятельно. Но это был реальный праздник. Она достаточно дорого стоила для меня, в первую очередь, в то время. Но это был первый серьезный инструмент, на котором можно было играть и с удовольствием сочинять песни. Вот. Я на нем очень много, ну, для меня, опять же, очень много сочинил, очень много играл на нем, давал концерты, выступал. То есть это такая боевая моя подруга, которая, в принципе, вот мы одновременно вместе с ней и с моей будущей женой познакомились в этот же год. То есть вот 25 лет этому товарищу. Хотелось бы о чем рассказать. Вот неважно, какой марки автомобиль, вот, важно, как к нему относишься, вот, что я делал с ним два раза в год. Два раза в год, естественно, там я менял струны, ну, иногда, может, чаще. Каждый раз, когда я снимал струны, я полиролькой протирал всю гитару, обечайки, заднюю деку, вот, очищал гриф. Но вот давайте посмотрим, что случилось за 25 лет с этим инструментом, с этим Ibanez'ом, или Ibanez'ом. Вот, лет 10 назад у меня сломалась такая здесь перламутровая, колодчик был такой перламутровый, он у меня сломался, и такого же я не нашел, и поэтому я вот заменил вот такие Planet Waves, и они оказались локовые, ну, для меня сюрпризом и приятным сюрпризом, да, то есть они откусывают струны и зажимаются, как будто бы у меня здесь машинка есть, зачем они нужны локовые? Андрюх спросил, зачем? Я говорю, да хрен, красивые, говорю, вот я их поставил. Вот, дальше что здесь произошло с ней? А больше с ней не произошло ровным счетом ни хрена. Пацаны его сейчас снимут как поближе. Ну, то есть, как выглядит дека. Ну, понятно, здесь вот есть прям струны, да, четкие следы есть от медиатора, там, от ногтей, от пальцев. Ну, на задней деке тоже потом ребятам поставлю, они тоже снимут, конечно, есть царапины. Но есть еще один нюанс, что через 15 лет где-то после владения моего этим инструментом она реально запела. Вот я на своей собственной шкуре вот убедился в том, что инструменты, если они изначально хорошие, то со временем становятся еще лучше, еще круче. Ну и сюда я ставлю все время 1253, поэтому немножко у меня верхний дек чуть-чуть, да, чуть спучилось в районе бриджа. Но меня это вообще нифига не пугает. Когда у меня возникают какие-то там моменты, я там в коллекции что-то меняю, продаю, вот эту гитару я себе пообещал, что я никому не продам. Я не буду с ней ничего делать, она останется со мной. Ну, навсегда. Пока я буду, она будет у меня со мной. Зачем я ее в магазин принес? Почему она без струн? Я вчера струны хотел поменять и заметил, вот посмотреть. Пацаны, кто поближе там. Вот посмотрите, за 25 лет что произошло с этими сладами. Сейчас мы будем просить Андрюху. Он наверняка будет ворчать и ругаться, что... Или не будет ругаться? Менять надо. Вот, видите, вот так вот он и со всеми... Давайте мы сначала не сменять, давай мы попробуем закатать, Андрюх. Потому что я их это ни разу их не закатывал. Маленькие, но в любом случае давай попробуем. Я бы не хотел такого сильного вмешательства в нее. Вот, мы их подзакатаем, сколько у тебя получится, полирнем, маслицем смажем накладочку, поставим эликсирчики. 1253 есть? Нет, а что есть? 11 есть? Десятка. Понятно. Значит, тогда струн пока она не будет, ждем, пока приедут эликсиры. Я на нее ставлю только эликсиры. Отдай, Андрюхе, держи. Шуруповерт-то положи. Изначально мы заклеили гитару малярным скотчем для того, чтобы не повредить лак и колочки. Потом выбили верхний порожек для того, чтобы нам было удобно шлифовать вот таким вот брусочком ладовую проволоку. Потом мы маркером сделали разметку по каждому ладу для того, чтобы видеть, когда мы шлифуем, где мы снимаем. Вот, например, можно показать, вот здесь вот видно, снят весь маркер. Вот здесь у нас не... затронут маркер, значит, в этом месте у нас такой вот небольшой провальчик. И мы шлифуем до того момента, пока весь маркер у нас не уйдет.
Самое главное, короче, было убрать вот эти вот рисочки от вот этой крупной шкурки, чтобы потом при полировке у нас не были заполированные лады. То есть они были бы заполированы, но они были бы вот с такими ямками от этой. Поэтому важно было все рисочки сбить более мелкой. Основной этап шлифовки ладов закончился. То есть мы выровняли плоскость грифа и более-менее зашлифовали лады так, что нет рисочек. Теперь мы берем маркер и также размечаем лады для того, чтобы их в дальнейшем закатать. Вот мы разметили лады, теперь закатываем лады. Да ладно. Вот, закатываем так, чтобы от маркера осталась тоненькая полосочка посерединке. В общем, на каждом ладике появилась тоненькая рисочка, которую теперь нужно снять шлифовальными брусочками, тоненькими, мягкими, и заклеить малярным скотчем, для того, чтобы не повредить накладку и впоследствии этим не заниматься как лишней работой. А еще в какой-то момент у меня вот этот вот контейнер для этого, для батареечки, там сломался язычок, короче, сначала резиночку такую от волос вставлял, потом мне надоело, я взял, короче, взял, загнал саморез. Вот так вот, чтобы он не выпадал, короче, аккумулятор. Вот язычок, кстати, сломался. Андрюха сейчас посмотрел, а у него как раз такой есть это... контейнер. Входящий контейнер новый. Так что его сейчас только заменим. Это хоть ладно, я все помню, что у меня что где валяется. Сейчас будем взбивать рисочки сотой шкуркой и 220-й. Лады обработаны, шкурка с сотой и 220-й, риски все сбиты. Сейчас будем полировать пастой, сначала 1500-й. Продолжаем полировку 6000-й полировальной пастой для такой средней полировки. И последняя полировка будет пастой 11000 для выведения в зеркальную поверхность. Полировка закончена. Сейчас будем отдирать скотч и смотреть, что получилось. В общем, мы отодрали малярную ленту. Остается только протереть влажной салфеткой. Сейчас протрем еще тряпочкой Dunlop и намажем лимонным маслом накладочку. Завершающий этап шлифовки и полировки ладов. Сейчас вставляем порожки. Верхний порожек уже подогнан по высоте. Сейчас будем смотреть, как дела у нижнего. Ставим струны эликсир 1253. В общем, струну установили,
И у нас здесь вдоль грифа образовался прогиб за счет натяжения струн. Сейчас будем его убирать анкерным ключом. Так, здесь ключик потолще. Для этого натягиваем анкерный винт. Сейчас будем отстраивать нижний порожек, потому что высота струн над шестой струне на 12-м ладом получилась 3,2, а должна была быть 2 мм. Сейчас мы будем опускать порожек и снимать струны. Берем каподастер, ставим сюда и ослабляем колочки. Высота порожка у нас теперь нормальная, но, как мы видим, вот в этом месте у нас точка перегиба у струны вообще минимальная, то есть тут угол максимально развернутый. Нам нужно, чтобы точка перегиба струны была чуть ниже, и струна не ложилась вот так вот параллельно деке. Сейчас подумаем, как это сделать. Есть идея выбрать вот это место, либо шлифануть вот эту подставку. Все-таки решил шлифовать подставку, чтобы не нарушать эстетическую красоту этой подставки. Для этого сейчас будем заклеивать деку, чтобы шкурочками и брусочками не покорябать лак. Для того, чтобы понять, насколько нужно выбирать подставку, сейчас приложим линейку. Вот. И в тот момент, когда вот этот лад соприкоснется с линейкой, нужно будет остановиться. То есть плоскость подставки должна быть продолжением плоскости ладов. Как видим, на данный момент все еще расстояние между линейкой и вершиной лада есть, поэтому шлифуем дальше. Ну вот такая вот история. 25 лет был инструменту, поиграли. Вы в процессе всего этого фильма видели, что с ней делали. Я, если честно, скажу, что я это, конечно, ждал, что будет все хорошо, но не думал, что так круто получится. Что мы здесь сделали? Закатали лады, зашлифовали, обработали накладочку. Ну, вы все видели, в общем, что я буду повторяться. В общем, что теперь с ней случилось? Теперь ладочки все ровненькие, без всяких борозд, ям и всего прочего. И Никит, конечно, умудрился отстроить. Вот струн здесь 12.53, но играть очень мягко, очень мягко.
Так что о чем этот ролик? Во-первых, о том, что если инструмент изначально хороший, его можно использовать, эксплуатировать долгие годы, а если еще надлежащим образом за ним ухаживать, то можно продлевать эту жизнь и удовольствие от взаимного соприкосновения с ним. Гитарная лавка.